Привет, привет! Мы на канале Кудряшка Лиза. Сегодня с Лизой мы будем открывать домик свинки Пеппы. Вот такой вот домик мечты у нас появился. Яркий, красивый, с мебелью. И мы будем открывать, да, Лизуня? Открываем, смотрим. Ой, как интересно! Так, смотрим. Вот тут есть. Лиза достает телевизор, да? Вот сам домик. Такой красивый домик, яркие дверки открываются. Две двери у него. Да. И мебель. Сейчас мы рассмотрим поближе, какая мебель. Значит, это телевизор свинки Пеппы. Такой вот столик косметический. Зеркало. Дальше. Два кресла. Такие мягкие, удобные кресла. Такая вот лампа. На подножке высокая. Еще одна лампа настольная. Дальше. Обеденный стол. Всякими вкусняшками. Комод, где можно хранить одежду. Также телефон у нас есть такой интересный, красивый. Мы можем открыть домик. И в домике обустроить. Разложить мебель, например. Так, смотри, Лиза. Телефон поставить на комод. Лампу. Косметический столик и телевизор. Куда-то сюда, например. Расположить. Можно по-разному тут все ставить. Не захочет комод через дверь проснуть. О, получилось! Молодец, у тебя получается, Лиза. Теперь столик косметический. Ну, надо по-другому, значит, его, Лиза. Что у нас? Лампа. Лампа тоже пролезет. Правильно, все надо через дверь приносить. Молодец. Домик у нас такой интересный, забавный. Тут на крючочке закрывается. Такой есть крючок. Объемный домик. И можно теперь играться с фигурками. У них теперь у свинок Пеппы будет свой дом. Красивый, яркий. Лизе нравится домик, да, Лиза? Интересный домик. Будем играться. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!